Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня 20 декабря, и сегодня срок очередного периода наблюдения по одной из моих нот. Давайте посмотрим, что с ней произошло. Могу сразу сказать, что все четыре акции выше, чем порог отзыва, и как это выглядит. То есть нота будет закрыта, как это выглядит сейчас. Посмотрите сюда, у меня... 0 рублей в активах сейчас, то есть деньги исчезли. Деньги исчезли, и здесь написана надпись в соответствующем счете, это ИИС у меня. На ИИСе я говорил, что у меня были ноты. Вот, и, соответственно, вот она исчезла. Исполненные структурные продукты, появилась надпись. Автокол на корзину из Алроса, Мосбиржи, НЛМК и Сбербанк Префы. 100 тысяч рублей сумма инвестирования. Результат. Возврат 100% суммы инвестирования в 100 тысяч рублей. Вот что с ней произошло. Посмотрите. Как я и говорил, все 4 акции, если превышают барьер отзыва, то нота срабатывает так называемый автокол. Почему она называется автоколом? То есть нота закрывается и выплачивается назад все деньги, инвестированные в эту ноту, то есть она сюда было вложено 100 тысяч рублей, эти 100 тысяч рублей вернутся, и таблица выплаты, вот смотрите, все зелененькие, это значит, что все выше, выше чем барьер отзыва, и, соответственно, вот она. Купон выплачен 1534 рубля 25 копеек. Что получится? Получится вот, сегодня там к вечеру, наверное, появится у меня или завтра 100 тысяч рублей, 1534 рубля, 25 копеек дохода. Все, нота закрыта, можно снова инвестировать деньги. И куда их инвестировать? Наверное, снова в ноту, потому что большого падения я не ожидаю. Вот так это выглядит на практике. На самом деле у меня сейчас на счете формально показано минус 100 тысяч рублей, но это до тех пор, пока деньги не зачислены, потому что сейчас она была только что на счете, там 100 тысяч рублей были, сказать, в активах. Сейчас этот актив, он аннулирован, но еще деньги не поступили на счет, они поступят в ближайшее время, поэтому здесь не надо пугаться, то есть просыпаешься, смотришь, у тебя минус 100 тысяч. Немножечко жутковато, но потом появится 101 534 рубля 25 копеек на этом же счете. И вот таким образом это все выглядит. Я надеюсь, что это будет полезно тем, кто знать, по крайней мере, тем, кто открыл ноты, то же самое, кто последовал за мной и открыл ноты, чтобы не пугайтесь, пожалуйста, вот так это выглядит. На сегодня все, спасибо за внимание, поставьте, пожалуйста, лайк, оставайтесь на моем канале, с вами был Демитков Юрий.